Так, у меня вопрос. А видите ли вы сейчас мой экран и меня вместе с этим экраном? Да. Ага, то есть видно меня и видно, и видно экран с слайдами, да? Очень хорошо. Я так понимаю, что картинка со мной в правом верхнем углу сейчас находится. Так? Я вот ее могу подвигать у каждого локально вроде как настраивается. А, а, понятно, вопрос сейчас, как это будет в записи выглядеть. Ну, посмотрим. Ладно. А если меня видно, то это хорошо. Я не очень понимаю, как быть с записью. 12:20 на часах, значит мы можем начинать. У нас всего э, сколько получается 12, здесь 9, 10, 11 человек, да, вместе со мной 12. Ну, надеюсь подтянутся еще, люди. Вот, я так понимаю, что вы все в телеграме находитесь. У нас э, телеграм основная такая Штука для обратной связи. О, я вижу, еще люди приходят. Вот. А давайте я сразу попрошу. Там минимум три человека, чтобы включили экран. А, вернее, не экран, а видео, потому что мне нужна обратная связь. Кто там как бы уже упал лицом в салат, там, или спит, или еще что-нибудь? Потому что мы в, в онлайне. Да, вот, спасибо. Просто мне нужно смотреть, что я не в пустоту вещаю, не в, как бы, не в эфир какой-то. Но я сейчас об этом еще расскажу подробно, как мы будем, что мы как будем делать, как у нас все будет происходить. Так, спрашивают, не мог бы я подсказать пароль, но пароль, сейчас, жмите на ссылку, жмите на ссылку, пароль в ссылке. Ну, просто э, вот так вот. Так, народ еще присоединяется. Ну ладно, давайте. Всем я думаю, видно, всем слышно. Давайте начинать. А, у нас лекции по курсу Core Java. Всех рад видеть. Переживаю, конечно, что мы в таком формате, а не в традиционной, привычной нам аудитории лекционной, но такой формат тоже имеет право на существование. Давай, переключайся. Эй. Поехали. Значит, давайте я представлюсь. Меня зовут Иван. Я выпускник физтеха 2003 года. На физтехе же защищал кандидатскую и, в общем, как бы моя карьера, там, она частично с физтехом связана, потому что я довольно долго преподаю на разных кафедрах. Параллельно, где-то уже лет 20, наверное, я занимаюсь всякими IT-штуками, очень много занимался ERP-системами. Где-то с 2008 года я плотно занимаюсь Java. Сейчас я технический лидер, там в ряде команд, небольшими командами я работаю также последние годы я выступаю на конференциях. И вот в этом сезоне я участвую в программном комитете крупнейшей российской конференции по тестированию программного обеспечения Гейзенбак. Вот, собственно, то, чем я занимаюсь, помимо того, что преподаю, а также я преподаю. Вот на Фистехе в прошлом году я решил рассказать про Java, потому что с этим как бы связано очень много того, чем я занимаюсь в профессиональной области. И то, что вы получите сейчас, это будет апдейт-версия курса лекционного, который уже прошлого, ровно год назад читался. Читался он, правда, в офлайне. Как со мной связаться? Связаться со мной очень просто. Во-первых, у меня есть страничка моя персональная, где всякие новости, связанные с, с какими-то выступлениями, постами и в том числе лекциями, есть. Там есть и страница под по наш курс. Также значит, у меня есть Twitter, и в принципе. Как бы такая соцсеть, в которой, конечно, много всякого барахла, но так исторически сложилось, что многие IT-персоны, они в Твиттере присутствуют. И Твиттер — это способ не только связаться со мной, но и с другими ребятами, которые делают саму Java, например, или делают фреймворки, которыми вы пользуетесь. Довольно как бы, удобный канал. И основной быстрый канал это Telegram. Я думаю, что все вы в Телеграме уже есть вот в этом вот нашем чате Java 2020. Кто нет, присоединяйтесь. Ссылку сейчас всем дам. Курс у нас состоит из двух частей, из лекций, за которые отвечаю я и которые я буду вести весь семестр до осени, а также семинарские занятия, Значит, те ребята, которые с АТП кафедры, у вас там Олег Ивченко, и первое занятие будет в понедельник. Вот те, которые с других кафедр, я пока не знаю, как там у вас решится этот вопрос. Но я, к сожалению, не смогу вести семинарские занятия просто в силу загруженности. Буду помогать семинаристам задачи, может быть, проверять оффлайн задачи, но, в общем, практикум у вас будет у других других людей. По семинарам будут домашние работы, которые себя представляют просто решение задачек на программирование на Java. По ним будут складываться баллы, и баллы определяют, собственно, финальную оценку на вашем курсе. Но опять же, я знаю, что у нас сейчас разрозненная как бы, команда студентов на этой лекции, поэтому за подробностями к семинаристу, когда у вас будут семинарские занятия. Значит, полезные ссылки. Основной наш телеграм-канал. Кто еще не присоединился, присоединяйтесь. Вернее, это телеграм-чат. Он является и как бы средством обратной связи. Смотрите, если сейчас у нас возникает какой-то вопрос по ходу либо по ходу лекции, либо после лекции в середине недели. Лучше всего его задавать вот в этом чате, потому что вопросы сохраняются. Я Вот он у меня сейчас перед глазами на втором экране, я вижу, значит, если кто -то туда что-то напишет, я увижу и постараюсь тут же ответить. Относительно взаимодействия на лекции. Ну, наверное, я напишу какие-то правила, я опубликую их в этом же чате, Давайте сейчас их попробуем сформировать, потому что это первый опыт мой такой. Значит, если у вас прям срочный вопрос, или вы задали вопрос в Телеграм, я ответил, но, как вам кажется, не полностью. И вам нужно вступиться в диалог, размьючивайтесь и вступайте в диалог, потому что мы для этого, собственно, в онлайне здесь и собрались. Иначе мы можем просто посмотреть видеозаписи в YouTube. Более того, так как у нас лекции онлайновые. С одной стороны, это здорово, потому что их можно слушать где угодно, хоть едучи там, не знаю, в автобусе или в электричке, и на них как бы не опоздаешь, но с другой стороны, конечно, понятно, что их легко и прогулять, потому что вроде как есть записи, и можно посмотреть потом и так далее. Я, ну, я не знаю, как у нас будет с посещаемостью. Традиционно в обычных лекциях там в середине идет просадка э, семестра по посещаемости. Превращать э, как бы это шоу просто в наговаривание чего-то в микрофон э, как бы у меня нет желания, есть э, чем заняться, помимо этого. Э, поэтому, ну, я сразу оговорю такое условие: что там минимум три человека я хочу видеть э, с включенными камерами на этом зуме. Это нужно не только чтобы мне потешить значит, самолюбие, что кто-то пришел на мою лекцию, но для того, чтобы видеть обратную связь: что меня понимают, там слышат. А может быть, я скучно рассказываю. Может, мне надо свернуть на другую тему и так далее. Просто как лектору, мне важно видеть лица, тех, кто меня слушает. Вот. Но я думаю, что это небольшое требование. При огромной группе всегда найдется там, три активных слушателя. Вот. Если вы хотите вступиться в диалог, вступайте э, все-таки, чтобы бардака не создавать. Да, сначала в Телеграм. Если как бы нужно диалог поддержать, я только за, чтобы это был, была обратная связь какая-то. Если я э, что-то спрашиваю, э, значит, э, там, да, нет, опять же, проще всего ответить в Телеграме, там, плюс, минус, или да, нет, чтобы я увидел там по потоку идущих э, сообщений, что, э, как бы, да или нет, или какое распределение примерно голосов, да или нет. Вот, давайте, давайте пробовать так, то есть первичный Telegram, вторичное вот это все. Опять же, я открыт, я всегда как бы почему мы здесь в онлайне, потому что я открыт к любым вашим вопросам про Java, про IT, про жизнь. Задавайте после лекции, между лекцией, во время лекции приходите, я всегда рад буду ответить на ваши вопросы. Собственно, я за этим здесь живой человек, а не запись. А, ну и вторая, вторая это вот Core Java, значит, <coughs> страничка у меня на личной странице, там есть уже все материалы с прошлого года. Но этот год я буду обновлять, потому что прошлый год был по восьмой Java, этот год, я думаю, как минимум по одиннадцатой, учесть там все недоработки прошлого года, я думаю, нам получится. Да, давайте вот так вот сразу про Java. Значит, что такое Java? Вы же знаете, что это остров, Джава ⁇ это остров, крупнейший в индонезийском архипелаге. Вот он. Справа от него остров Бали. Потом рядышком остров Ламбок находится. Еще продолжая островную тему, значит, есть такой остров Котлин совсем в другом месте земного шара, рядом с Санкт-Петербургом. Значит, почему я это все показываю? Потому что морская островная тема, она, ну, как-то традиционно присутствует, значит, при названии, чтобы, например, вам знать, что фрей... там популярный фреймворк Lambok или там популярный язык котлин, откуда все это приходит, если вдруг не знали, то что вы себе представляли это. Ну и плюс кофейная тема традиционно, значит, что там кофе выращивают она присутствует всегда на символике, на книжках и так далее. Книжки по нашему курсу. Но основная, основной как бы источник, по которому я делал эти лекции, это вот книги Хорстмана, просто чтобы вы себе представляли. Вот, я не знаю, видите вы их или нет, таких здоровых кирпича. Значит, Хорстман Корджава. Из тех толстых книг по языкам, которые я видел уже достаточно много. Мне кажется, что если вы хотите вот Java прям вот изучать и приходите с нуля, берите Хорстмана. Не тратьтесь на других ребят. Но там я могу пообсуждать кого-то еще. Но как бы вот опыт мой и коллег многих подсказывает, что самый такой вот прям вот фундаментальный это Хорстман как бы брать такой кирпич или качать его вон, как бы вашу книжку, это ваше дело, значит, но вот у меня 11 издание, оно, по-моему, сейчас самое свежее, но он уже сейчас обновляет издание, потому что он постоянно обновляет их с новыми версиями Java, они сейчас быстро появляются, то есть здесь самая свежая информация. По э, опыту прошлого года где-то три четверти информации, которая содержится в Хорстмане, мы проходим. Другая книга, которую я использую активно, но она так, так наполовину со звездочкой. Если кто-то уже э, знаком с программированием или э, как бы немножко знаком с Java и толстого хорсмана просто не хочет брать или таскать с собой, э, я рекомендую вот такой вот э, Java 8 in Action. Э, новое издание. Называется Modern Java in action. Э, значит, э, давайте вот они. Э, значит, э, это. Книга, которая очень хорошим языком написана, с очень хорошими примерами, живыми. Я использовал эти примеры у себя в лекциях. Она фокусируется на фичах языка, которые появились начиная с восьмой версии, когда Java пошла в сторону функционального программирования, и там ну, какие-то вещи, там парадигмы, может быть, незнакомые тем, кто раньше программировал, или тем, кто там просто там все начинал программировать. Вот это очень более тонкая книга, очень живым языком, с хорошими примерами написанная. Я ее тоже использую. Есть книжки со звездочкой. Они со звездочкой, но я считаю, что те из вас, кто потом будет профессионально на Java разрабатывать, обязательно там, в первый же год или первые полгода своей профессиональной деятельности об, обязаны просто прочесть, иначе добра не выйдет. Значит, первая книга, на которую я часто буду ссылаться, это эффектив Java Джоша Блоха. Значит, Джош Блох это, ну, он автор стандартной библиотеки, но ну, один из авторов стандартной библиотеки Java. И э, книга э, рассказывает о том, как правильно языком пользоваться. То есть уже с позиции того, какие грабли как бы чаще всего встречаются, где людям непонятно, где люди используют язык неправильно, какие имеются подводные камни, pitfalls. Вот это великая книга, то есть любой, мне кажется, Java разработчик, более-менее серьезный, сейчас бы активно покивал голову, потому что это настольная книга, по-моему, всех профессиональных Java разработчиков. Она, как видите, не такая толстая, она ну, у нее там крупный шрифт, и она разделена на пункты советов, скажем, правильного использования языка. Ну, и к тому же, мне кажется, что знание там, этих приемчиков оно при собеседованиях тоже помогает очень сильно. И ä, последняя книга с двумя звездочками, но которая, тем не менее, тоже вам понадобится в вашей профессиональной деятельности такая книга с поездами. Это Java Concurrency in Practice на нее всегда ссылаются, когда говорят про конкурентное программирование Agile, мультипоточное. То есть про это мы будем говорить. То есть где-то у нас 11, й что ли, лекции у нас будет конкуренция. И, соответственно, наиболее полное руководство на сегодня это вот эта вот книга с поездами Брайана Гетца. Она не издавалась в России, она не переведена на русский язык. Она достаточно старая, она покрывает Java 5, но однако же она э, как бы фундаментальная и полная, и до сих пор актуальная, поэтому ею пользоваться надо. Так, это касательно книжек, которые имеет смысл э, значит, посмотреть, приобрести, скачать. И это э, вот именно этими книгами, материалом этих книг э, послужили основой э, наших лекций. Теперь, зачем вопрос может возникнуть, зачем Java изучать, собственно говоря, мало ли что ли есть в, во вселенной, в вселенной всяких других языков, платформ, направлений и так далее. Действительно, вселенная огромна. И, как бы охватить ее одному человеку уже невозможно. То есть все вы сейчас, молодые люди, выбираете какую-то специализацию, и потом вы будете специализироваться в чем-то одном узком, там расширяться в сторону, но кажется, уже нет такого человека, не может быть, который способен как бы охватить все, что в ИТ сейчас есть. Но в этой вселенной как бы Java это, ну, такая довольно крупная галактика, может быть, даже крупнейшая. Есть такой тиоби uh, индекс который очень старый, ему уже лет 20 точно верных есть. Организация, которая uh, меряет uh, ну как, популярность языков или uh, uh, значимость языков для IT, возможно, они меряют уже 20 лет, они обновляются довольно часто, uh, и uh, как бы у них довольно консистентная картинка. Вот здесь вот написано, что они учитывают в своих метриках, то есть. Uh, результаты поисковых запросов, значит курсы, инженеры, значит количество предлагаемых рабочих мест по языку. В общем, короче говоря, важность языка. И мерят они уже 20 лет. И вот она, эта картинка, которую можете видеть. Черненькая кривая это Java. Голубенькая кривая под ней это C. Вот уже на протяжении 20 лет по этому теоби индексу Java и C лидеры, как то один опережает, то другой. Вот э, в этом году произошло очередное опережение языка C по теоби индексу перед Java, но в принципе они уже много-много лет вот так вот э, наверху, э, значит, представлены. Вот этот вот зеленый, кстати говоря, по теоби индексу, это питон. Где у нас здесь JavaScript? JavaScript он идет в группе других языков вместе с PHP, значит, с C- Sharp. В принципе, можно сказать, что но как же, почему? Почему именно так? Там, может быть, они старыми какими-то методами меряют, и вообще там метрика устаревшая. Есть другая метрика, не такая старая. Значит, ей всего там, по-моему, год-три не больше. Другая организация Red которая, видимо, себе решила Лавры Тиоби присвоить, она решила замерить всего по двум измерениям: там GitHub и Stack Overflow. Понятно, что когда Тиоби начиналось, не было ни GitHub, ни Stack Overflow еще. Вот. И, соответственно, что у нас получается? У нас получается вот такая вот матрица по количеству популярности на гитхабе, количеству проектов и по количеству вопросов значит, на Stack Overflow. И мы смотрим в правый верхний угол и видим там JavaScript, который по рендмонку все-таки опережает Java, Java и Python, и там где-то C++, C, C Sharp в этом же кластере находится О чем это говорит? Это говорит о том, что мерить можно по-разному, и, в общем, возможно, это глупо измерять там крутость или востребованность языка, все языки нужны и важны, но все-таки, судя по всему, по важности для целой отрасли, Java как не измеряя в тройку лидеров точно входит. То есть, ну, наверное, как бы знание C, если вы знаете сейчас C, Python, JavaScript и Java, но ну, вы как бы точно знаете 99, может быть, процентов того, что написано. с чем придется работать. Java в этом году весной отмечала юбилей. Ей исполнилось 25 лет. Это больше, чем большинству слушателей этого курса. Вот. Начинали они в 96 году. И э, я сам в 2000 году, когда учился на физтехе, я пошел на курс по выбору по Java Language, который тогда был новой штучкой. Э, я тогда впервые узнал, правда, пользоваться я профессионально стал там, лет 8 спустя, после этого, но это не важно. Мне очень приятно сейчас э, как бы на фистехе снова вести уже своего имени этот Java курс. И все эти годы проект на месте не стоял. Но мы можем заметить, что развивался он тоже неравномерно. Значит, тут есть несколько периодов. Первый период там с первой по шестую версию, значит, тут они еще и версии так нумеровались, интересно. Но мы условно их называем просто номерами версии. То есть с первой по шестую до 2006 года Java занималась компания Sun. И как мы видим, с 2006 по 2011 год вот была шестая версия, и ничего как бы не происходило. И у компании Sun не очень хорошо шли дела, и в развитии языка тоже не очень хорошо шли дела. Была, значит, она поглощена компанией Oracle. Компания Oracle подхватила значит, знамя развития Java и выпустила версию седьмую и восьмую версии. Значит, из таких если говорить по про скачкообразные изменения, то очень крупные изменения были в пятой версии, потому что там появились дженерики в языке, и вообще язык сильно изменился в пятой версии. Затем, после того, как Oracle уже взялся за дело, крупнейшие изменения, значит, произошли в восьмой версии, которая тоже опять сильно поменяла язык, потому что там появились лямбды, метод референсы, значит, стримы, функциональное программирование с тех пор, ну, можно, конечно, сказать, что там в 11 в 10 в 11 версии появился Type Inference, и тоже опять, ну так, заметно меняется синтаксис, но не настолько заметно, как он менялся в 5 и 8 версии. Я еще вернусь попозже сегодня к вопросу про версии, какие там используют и как бы как, это происходит значит э -э но заметьте что после девятой версии что-то прорвало плотину и версии начали выходить каждые полгода и это не случайно oracle объявила о том что начиная там с девятой версии они будут выпол выпускать к новую версию каждые полгода и они э -э выдерживают свое слово зачем это понадобилось это понадобилось за тем, чтобы язык не отставал от потребностей ну, современности потому что э, как бы многие другие многие конкуренты на месте не стоят и у них появляются очень интересные новые фичи в языке и чтобы эти фичи э, как бы чтобы люди не ждали там по три-четыре года между мейджор версиями когда там что появится а по, как бы доступ к этим фичам получали раньше было принято ускорить вот этот вот релиз Cadence. Сейчас шестимесячные, каждые шесть месяцев выходит новая версия, но это не значит, что их надо тащить все в продакшн. Я чуть-чуть попозже про это расскажу. Наш курс будет построен на версии 11 это версия LTS, Long Term Support версия. Я позже расскажу, значит, как это устроено. Значит, ну сейчас это текущая Long Term Support версия. Сейчас она является основной для того, чтобы начинать новые проекты. Еще год назад как бы основная часть народа сидела на восьмерке и там огромное количество просто кода, вся, вся, индустрия, там абсолютное большинство там по всем опросам сидело на восьмерке. За год ситуация переломилась, люди мигрировали на одиннадцатую версию, сейчас все готово для того, чтобы ваш легаси мигрировать на одиннадцатую версию. Новые проекты имеют смысл начинать на одиннадцатой версии, одиннадцатая версия это, в общем-то, мейнстрим сейчас текущий. Я бы не сказал, что это завтрашний день, завтрашний день это вот пятнадцатая версия, которая скоро выйдет. Вот но, как бы я расскажу про то, что намечается в Java сейчас, но наш курс по договоренностью с теми, кто будет вести у вас семинары, все примеры, весь код, он на Java 11, поэтому помечайте себе, ставьте себе Java 11, используем Java 11 версии. Давайте про историю чуть-чуть расскажу. Вот этот вот дядечка в смешной шляпе значит, мага из «Властелина колец», это Джеймс Гослинг, который, собственно, язык в 96-м году и изобрел. И как бы задача, которая тогда стояла перед ним, она довольно узкая была, нужен был язык для embedded систем, там первый клиент их был — это приставки кабельного телевидения, то есть 96 год, я не знаю, насколько легко там вам себе представить, но тогда ничего не было, ни интернета, ни, ни смартфонов, и техника была крупнее гораздо в размерах и умела гораздо меньше, чем она умеет сейчас. По сути дела, то, над чем он работал тогда, это то, что сделалось мейнстримом сейчас, то есть по сути как бы маленький компьютер вот такого размера у нас у каждого есть в кармане. Вот. Но тогда это просто было немыслимо. Поэтому идея немножко опережала свое время, и тогда это не выстрелило. Но, как бы какие принципы он решил положить в основу. Ну, во-первых, C, C++ это мейнстримовый язык, незабываемых его роль там в Тиобе, и операционные системы по-прежнему пишутся на C, C++ куча имбедов софта по-прежнему пишется на C, C++, поэтому как знакомый синтаксис взять и переиспользовать в новом языке, но при этом принцип вора. Кто знает, как расшифровывается вора уже? Не слыхали? Нет. Write once, run anywhere. Write once, run anywhere. Это э, диз, э, как бы такой дизайн-принцип Java, слоган. Сейчас его меньше можно встретить, но вот когда Java появлялась, там это был основной центральный ее э, слоган. То есть написав код один раз, ты можешь его исполнять на любом устройстве, которое поддерживает Java. Без перекомпиляции и даже без переписывания, переписывания кода. И тогда, в 96 году, это было гораздо сложнее, чем сейчас. Но это и сейчас довольно сложно. Были другие принципы, про которые я сейчас расскажу, но, значит, write once, run anywhere — это самый как бы, основной принцип, на котором Java начиналась и на который зиждется она и сейчас. Вы написали программу на Java, и вы можете запустить ее на любом устройстве, которое Java поддерживает. Я вот этот кадр стибрил из интервью большого, который он дал на в 2020 году на конференции JPoint российская там конференция, она в офлайне проходила всегда, сейчас вот в связи с известными событиями она ушла в онлайн, и они позвали Гослинга, и он дал большое такое пол там, полуторачасовое интервью, очень интересный дядька очень интересный инженер, и вот он как бы придумал эту штуку. Один из вопросов, он говорил, когда, что вы считаете эффективным а, ну, как бы инженерным решением? Вот он такую фразу сказал, по-моему, очень важную, когда один принцип решает много задач. Вот в данном случае принцип, вокруг которого построен Java, он решал сразу как бы по многим фронтам а, бил, и это обусловило, мне кажется, популярность и важность языка в дальнейшем. Вопрос. Вот представьте себя на месте Гослинга в 96 году, ну или даже вот в нынешнем году. И вам надо сделать такое. То есть у вас совершенно разные аппараты, на которых это будет работать. Разные микропроцессорные архитектуры, разные там Big Endian, значит, Small Endian архитектура. Разный размер регистров в микропроцессорах. Но тем не менее, мы хотим сделать такой язык, который бы одинаково выполнялся везде. Кто-нибудь размьетесь и выскажите, значит, ну какие-нибудь идеи. Это просто, как бы: я, 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 я никого не призываю сейчас писать. Я просто спрашиваю: вот ваша идея, то есть, как бы вы решали? Ну, смелее. Виртуальная машина? Ну, окей, да, виртуальная машина. Наверное, вы уже знаете просто, что Java использует виртуальную машину. Вот. Но, как бы, если отбросить слово виртуальная машина, я бы сказал некий слой абстракции, который отделяет реальное железо да, от исполнения нашего кода. Вот. Виртуальная машина, виртуальная среда исполнения, действительно, которая по-разному может быть реализована для каждой из платформ, которые мы поддерживаем, но в код который компилируется, код, который значит, мы пишем на языке Java. Отсюда вошла вот эта вот история. Потом уже виртуальные машины, там, кто только не делал, да, .NET по такому же принципу построен. Вот. Java была первым таким ну, большим пионером, скажем так, в области именно использования виртуальной машины. Как бы шли годы, и применение Java, они постепенно как бы менялись с точки применения Java. Одно время очень сильно полагались на растущий веб, потому что тогда как раз в конце 90-х... Появлялся интернет в том виде, в каком мы его знаем. И, соответственно, тогда же уже стало понятно, что просто страницы с текстом, с статическим и картинками, и с гиперссылками, это, конечно, очень круто, большой шаг вперед, но хочется, чтобы на этой странице что-то происходило. Соответственно, нужно, чтобы на этой странице выполнялся какой-то код. И браузеры тогда тоже были в зачаточном состоянии. Первая идея, которая была, давайте применим к этому Java, появились, появилась идея оплетов. Java-оплеты, маленькие приложения, которые загружаются на страницу, и выполняются на странице. За счет чего как бы, эта идея могла сработать, потому что security, потому что, выполняя произвольный код вообще на нашей машине, неизвестно откуда полученный, неизвестно, как значит, произошедший вы э, подвергаете опасности свою систему. И, соответственно, э, надо, чтобы этот код не мог ничего плохого сделать. Ну и тут как раз подвер подвернулась идея, ну вот же виртуальная машина, мы ее можем полностью заизолировать, э, сделать секьюрной и вот эти вот таблеты в браузере выполнять. Но тут э, как бы история показала, повернулась по-другому. Во-первых, security полностью изоляцию сделать оказалось не так-то просто. И ее до сих пор, в общем-то, мне кажется, этот вопрос полностью не решен, потому что дырки встречаются. Вот. Но вторая как бы, история то, что в конце концов в качестве языка для веб-страниц победил JavaScript. Название, слово, первое слово Java, оно не случайно, потому что это по историческим причинам люди, которые делали все это дело. Они варились там в одном котле и Uh, как бы вот у нас есть Java для атлетов, давайте делаем динамический JavaScript для uh, uh, который можно загружать на странице и там интерпретировать. Кроме первого слова в названии, это языки разные, они пошли по абсолютно разным дорожкам, и сейчас это абсолютно разные языки, и разве что только неграмотные рекрутеры а, значит, путаются до сих пор, хотя даже и рекрутеры уже не путаются. Но это такая притча в языцах. Я программист Java, ко мне, значит, в LinkedIn ломится, у нас есть отличная работа на JavaScript. Вы же можете, наверное, или наоборот. Я JavaScript-разработчик, а у нас есть позиции на Java. Сейчас Oracle владеет словом Java, и они очень переживают по поводу любых, любого использования значит, слова Java в любом контексте, который не авторизован Oracle. Поэтому сейчас бы назвать язык, который бы в себе содержал слово Java, вообще было бы невозможно. Но тогда, в конце 90-х, это произошло. Вот. И интересно, что JavaScript победил Java как язык, такой, который выполняется на клиенте. Но что на сегодняшний день? Где она применяется? Значит, много где она применяется для десктопных приложений. И ну, я поставил под вопросом. Она не так популярна сейчас. Опять же, там JavaScript-based какие-то технологии там, может быть более популярны, но у Java есть там, огромные опыты, огромные наработки для делания десктопных приложений а много где она работает? В embedded системах, там, не знаю, в автомобилях, в каких-то встроенных штуках. Но, правда, с одной оговоркой, которой мы сейчас чуть позже коснемся. Значит, связано с тем, что Java не совсем реал-тайм-система. И поэтому, значит, в реал-тайм там надо и пользоваться с оговоркой, или не пользоваться вовсе. Расцвет э, применения уже на протяжении последних, ну, наверное, лет 15, если не больше, это бэкенд, сервер-сайт вещи. То есть все, что работает на серверной стороне э, крупных э, веб-аппликаций, крупных э, систем каких-то обработки данных, вот здесь Java применяется очень широко, и э, как бы это, наверное, основной сейчас use case для языка и для платформы. И есть отдельная история, это Android, где, значит, Google решили взять для, как бы для разработки Android язык Java, но переимплементировав его библиотеку, переимплементировав машину, но оставив как бы интерфейсы те же самые. И по этому поводу есть знаменитый, значит, судебный кейс. Google с Oracle уже много-много лет судится. Там то одна сторона возьмет, то другая. Сейчас, кажется, вроде Oracle берет вверх. Но это все не очень здорово, потому что с точки зрения Oracle, то, на чем работает огромное количество людей, которые пишут приложения для Android, это не Java. Вот. А в то время как это, значит, выглядит как Java, и есть там Java, по сути. Google, значит, стремится уходить, значит, с этого языка и какие-то альтернативы ищет. В общем, все это пошло не на пользу ни комьюнити, ни языку и так далее. Но, в общем, имеем, что имеем. Но, тем не менее, Android и Java — это тоже совместные вещи, совместное понимание, которое надо знать. Моя любимая картинка, которую я люблю показывать, когда начинаю разговор про Java, вообще про языки, про языки, которые я люблю, про языки, которые там мне лично не очень нравятся, это безопасность в дизайн тайме и runtime. Java язык, одним из принципов которого был изначально поставлена безопасность в дизайн тайме. То есть большинство ошибок какие только возможно мы выявляем на этапе компиляции, на этапе до того, как код вообще будет запущен. Я думаю, что картинка отлично показывает разницу между compile timer и runtimer, и ее последствия. Что это означает для языка? Это значит, что язык Java статически типизирован. Это значит, что любой тип данных, который мы используем, он определен где-то. Всю его структуру мы знаем в compile тайме И это значит, что если мы обращаемся к какому-то несуществующему атрибуту, но как бы компилятор нам не позволит это сделать. И это идет в разрез с идеологией там, языков типа Python или JavaScript, которые динамические, Uh, которые говорят, ну вы там пишите что угодно, обращайтесь к каким угодно атрибутам, а в рантайме мы разберемся, есть оно или нет. И uh, это делает, может быть, написание программ на Java более многословным, может быть, uh, как бы написать изначально программу медленнее становится, но uh, поддержка становится проще. Ну я про это... Тоже поговорю, там думаю, что примеры станут очевидны: рефакторинг кода, то есть его изменение с сохранением функциональности и улучшение вычистка кода, становится возможной, потому что в языках типа Python или JavaScript рефакторинг просто хороший невозможен. Возможно, только переписывание. Вот. Это вот особенность языка. Кроме того, помимо каких-то статических вещей, которые предоставляет значит, ну, платформа, как бы принцип write one, run anywhere и инкапсуляция в виртуальной машине, она решает две взаимосвязанные задачи. Во-первых, задачи безопасности, security, во-вторых, исключение фатальных сбоев. То есть выполнение каких-то таких команд, которые приведут к тому, что повредится, допустим, операционная система на машине. На C вы можете написать такой код, который зависит от вашей машины. Вот. На Java написать такое практически невозможно. Принцип следующий: мы пишем код на Java. Код компилируется в байт-код, то есть такой псевдомашинный код, который исполняется в безопасной среде в виртуальной машине. Сейчас я покажу, как. Значит, точная спецификация виртуальной машины она э, очень много вопросов решает. Вот там я говорил, что безопасность, да, а безопасность и отсутствие сбоев это связанные вещи, потому что, как вы понимаете, от хакерские атаки, они во многом связаны с теми случаями, когда машина начинает ну, вести себя неправильно, когда мы как бы проделываем дырку в абстракции и выполняем какой-то код, который не должен выполняться. А, значит, а вторая вещь полностью специфицированная э, машина позволяет избежать многих болей, которые присутствуют в других языках. Я думаю, что вы знакомы, я предполагаю, что вы знакомы с языком C. И у меня вопрос, а чему будет равно И после выполнения второй строчки? Можно в Telegram отмечать, можно размьютиться. У кого есть ответ? Давайте так. Сейчас, значит, вы там спите или слушаете меня. Напишите плюс или минус. Плюс, если вы знакомы с языком, C, минус, если не знакомы в Телеграм. Так, ага. Я не знаю ответа, но могу предположить, что 12. А, да, отлично. Так, понятно. Я вижу, по значит, плюсикам очень много минусов. Это новость для меня. Спасибо, что ответили, потому что, как бы ну, в прошлом году предполагалось, что C люди знают как программирование. Значит, но кто-то может быть по другим языкам, по питону знает, да, что плюс-плюс это инкрементирование значит, и там и плюс плюс это прибавить единицу к переменной, а плюс и результат как бы выполнения будет значение переменной до прибавления. А плюс плюс и это значит тоже прибавить единицу, но результатом уже будет после прибавления. Значит, прозвучал, прозвучал 9, прозвучал ответ 12. Так вот, а, правильный ответ. А, ну давай. Эй, завис. Сейчас, секундочку. А, правильный ответ вот какой. Java это 12. Потому, почему? Потому что это будет 3 плюс 4 плюс 5. А все это пример undefined behavior, который в зависимости от платформы, на которой выполняется а, значит, код, а, может быть разным главное, как бы, подводный камень C, языка C как такового, это наличие undefined behavior, который может быть так, может быть сяк, и вы просто не должны писать код, если вы хотите, что, если вы хотите его выполнять вообще на разных платформах, не должны писать код, содержащий UB. А в Java нет понятия UB как такового, потому что код выполняется, ну, как бы код компилируется в байт-код, байт-код выполняется на машине, язык за полностью, как бы, заспецифицирован жестко, UB никакого в Java нет, все одинаково везде выполняется. Это вот первая история. Хотя код вот здесь вот эти две строчки, они одинаково выглядят как на Java, как и на C. И Java скомпилирует такой код, и C скомпилирует такой код. Это синтаксис одинак. Другая история, связанная с виртуальной машиной, это то, что рантайм ошибки не катастрофичны. То есть я говорю, что с одной стороны мы стараемся до рантайма не доводить дефектный код, но понятно, что все дефекты мы не можем исключить в дизайн-тайме а что-то попадает в рантайм. И э, в языке типа C э, вот, э, вот эти вот две вещи, null point dereference и выход за границы массива очень часто приводит ну, либо к undefined behavior, либо вообще к катастрофе какой-то. Segmentation фолту, там, вылету программы. Почему? У нас есть массив, допустим, из трех элементов, а мы обращаемся к пятому элементу массива си вот. не заморачивается, она просто берет по офсету плюс 5 считает там сколько ячеек того, что в массиве лежит, и читает, пытается прочитать память. А ему может, ей может либо операционная система не дать прочитать эту память, потому что она залезает не в свое дело, либо она читает там какой-то мусор. И, соответственно, это проявляется либо просто каким-то непонятным поведением программы, либо вываливанием программы. Вот в Java такого не произойти не может никогда, потому что в Java все массивы защищенные. То есть в Java, если ты обращаешься за границу массива, тебе Java выбросит exception, reindex out of bound, который не катастрофичный, его можно либо обработать, там, ну, либо там программа вылетит, но во всяком случае это не приведет к каким-то большим последствиям. Так же, как и обращение к нулу. Нулы в языке Java есть, Возможно, как бы это самая большая ошибка Гослинга, что он в свое время Null там оставил. Потому что, как мы знаем, сейчас нул это штука вовсе не обязательная и вредная для типовой системы языка. Но они там есть, они там будут. Как бы это такие ворота в ошибке типа null-pointer exception от самых распространенных рантайм ошибок. Вы эти ошибки, конечно же, получите, когда будете писать программы свои на Java. Вот. Ну, как бы, что есть, то есть. Но, опять же, null no pointer dereference не является катастрофой. Это всего лишь exception. Виртуальных машин очень много. Java. Это тоже, опять же, хорошая история, потому что есть спецификация, и эту спецификацию вы можете имплементировать. Вот если в Википедию зайти, там найдется порядка 20 разных реализаций, но референсная имплементация является Oracle Hotspot, Собственно, Oracle Java делает, Oracle Hotspot — наиболее там, распространенная машина. Скорее всего, ее вы будете скачивать и устанавливать на свою машину. Скорее всего, на Hotspot у вас будут бегать там ваши программы. Откуда скачать и как? Если сегодня успеем, я покажу. Теперь вторая часть лекции я предлагаю, так как у нас лекция виртуальная, без перерыва, вы всегда можете отойти сами на перерыв. Вот. Если какие-то вопросы, задавайте в Телеграме. Может быть, какие-то вопросы есть уже сейчас. Не стесняйтесь, пожалуйста. Мы здесь для того, чтобы общаться в обе стороны, не только в одну. Сервисы виртуальной машины и платформы. Java важно понимать, когда мы говорим Java, мы подразумеваем две вещи. Во-первых, язык, и во-вторых, платформу. Это две огромные штуки. Мы с вами будем изучать язык на протяжении вот каких там 13 или 14 лекций. Но язык сам по себе, он ничто без платформы исполнения. Java — это огромная платформа с большим количеством сервисов, Специально на них мы не будем останавливаться в течение нашего курса. Я расскажу сейчас про то, что она предоставляет. Но первое, что уже понятно, это работа с байт-кодом. То есть мы написали программу на Java, мы ее скомпилировали, скомпилировали мы ее в байт-код, точка класс-файл. Исполняет эти класс-файлы уже виртуальная машина. Значит, она может либо компилировать, либо, простите, интерпретировать этот байт-код, то есть читать по команде и интерпретировать как машина, либо скомпилировать нативный код его. Это называется JIT компиляция Эта компиляция происходит в процессе выполнения. Я чуть-чуть попозже про это поподробнее расскажу. Вторая, значит, существенная штука, которая обладает Java платформой, это garbage collection. Это сборка объектов, на, в памяти, на которой потеряны ссылки. Соответственно, области памяти, которые заняты этими объектами, можно переиспользовать. Когда мы будем говорить про объекты, про ссылки, про прочие вещи, это станет ну, понятнее. Кто уже знаком с программированием, я думаю, вы уже себе представляете, про что это. Java изначально задумывался как язык с garbage коллектором что было довольно прогрессивные идеи для того времени, а сейчас таких языков очень много. Вот. Ну, например, в том же C вы должны сами высвобождать память, которую заалоцировали. Кроме того, Java изначально была создана как язык, поддерживающий параллельные вычисления, то есть мультитрединг. В этом ее отличие, допустим, от java где все выполняется в одном потоке, просто он переключается между разными задачами. В Java изначально там, с версии 1.1 появилась возможность запускать код в параллельных потоках выполнения. Но это значит, что появилась ну, такая вещь, как необходимые ну, как бы разделенные объекты в памяти, да, которые могут мутироваться, там, читаться или писаться параллельными потоками. Соответственно, возникла необходимость определить правила, по которым мы... Ну, будем понимать, что, допустим, нечто записанное одним потоком будет прочитано и в какой момент, и как, с какими гарантиями может быть прочитано другим потоком. Это привело к понятию memory model. Пожалуйста, напишите плюс в Telegram те, кто слышал что-то про термин memory model и минус, если не слышали. Я хочу увидеть соотношение плюсов и минусов. Вот, значит, memory model это был один там, по-моему, это был первый, опять же, пионерский язык Java во многом пионерский язык, в котором memory model появилась вообще. Да, спасибо за ответы. Я вижу, опять же, отличие от прошлого года, что понятие memory model не знакомое, но когда мы дойдем до параллельных вычислений на Java, про Java memory model я буду говорить. Это необходимо знать. Загрузка и исполнение кода в рантайме, опять же, уникальная штука, которая отличает Java от других языков. Там, опять же, это то, что отличает Java от C, где тебе надо скомпилироваться, и потом, когда ты выполняешься, ты выполняешь тот код, который у тебя заранее скомпилирован, и ты не можешь подключить прямо на ходу какой-то новый другой код. Java мир открыт. То есть вы можете просто подложить там класс файл на класс path, что это будет понятно уже в дальнейшем. И если до этого он не использовался, он может прям загрузиться динамически и начать исполняться прямо вот в процессе выполнения Java машин. Это делает там, легко обновляемыми Java программы, динамичными. Это одно из свойств вообще платформы. Рефлексия в процессе выполнения кода мы можем, получив объект, получив объект, понять вообще, какие есть атрибуты у этого объекта, какие методы есть у объекта, вообще что, заинвоцировать какой-то метод по имени метода, не имея, ну, как бы не скомпилировавшись в начале него. То есть, по сути, рефлексия делает Java, хотя это язык со статической типизацией, делает Java Язык динамическим и вообще Java-платформа динамическая и э, как бы ну, на ней реализованы динамические языки программирования. И стандартная библиотека. Стандартная библиотека это то те классы, которые базовые, э, базовые э, структуры памяти, базовые утилиты, которые содержатся уже в языке. Ну, Вернее, в стандартной библиотеке языка, которая всегда есть, на которую любая программа может рассчитывать, любая может заимпортировать, не скачивая дополнительных библиотек и джарников. Вот. И она также за эти 25 лет очень сильно подвергалась изменениям, развитию, и значит, она очень хороша. Uh, немножко о том, что происходит с байткодом во, во время его выполнения. Первый этап, который делает машина, uh, это верифицирует его. Она не, не бросается сразу его выполнять. Она делает uh, верификацию относительно того, валидный ли вообще uh, как бы байткод ей подали. Uh, тут есть некоторые ну, вещи, на которые она его проверяет. То есть это тот, тот статический анализ, который можно провести перед выполнением. И, соответственно, если она находит какой-то глюк статически, то как бы класс файл не будет выполняться, будет ошибка, по-моему, verification, bytecode verification error. И это, опять же, делает исполнение более безопасно. После того, как он верифицирован, bytecode начинает исполняться машиной, и здесь делается интересная штука. Сначала, машина интерпре начинает интерпретировать инструкцию за инструкцией. Вот здесь вот видно вот этот вот кусок кода на Java. Вот. А потом компилятор Java превращает его в байт-код. Байт-код подпихивается в JVM. JVM, она либо идет по этим командам и просто интерпретирует их в простом цикле, либо в какой-то момент, поняв, что какие-то команды ей раз за разом приходится интерпретировать постоянно, она делает JIT-компиляцию, just-in-time-компиляцию в машинный код. Это уже э, нативный код под тот микропроцессор, который исполняет, собственно, GVM, под ту архитектуру. И он рождается в процессе выполнения байткода. Это называется JIT, Just-in-Time-компиляция, в противовес к AOT, Ahead-of-Time-компиляции. А, значит, при этом, зачем это все? Почему? В чем преимущество JIT-компиляции? А в том, что в процессе выполнения машина знает, какие участки кода выполняются чаще всего и по каким путям выполнения, по каким ифам, по каким переходам, с какими аргументами чаще всего приходит, мы приходим в эту точку. И зная вот этот вот профиль, где горячо, где холодно, Java JIT-компилятор может автоматически соптимизировать машинный код так, чтобы наиболее горячую точку выполнялась наиболее быстрым образом ahead of Time компилятор не имеет такой возможности. Он не знает, как выполняется код на практике. Поэтому э -э -э, производительность джитованного кода, как правило, выше, чем производительность кода, полученного при помощи AOT-компиляции. Это важно понимать. Но понятно, что иногда условия могут измениться. Допустим, режим прилож использования приложения резко как-то поменяется. Тогда происходит деоптимизация, машина опять начинает код интерпретировать, потом она его перекомпилирует заново. И здесь э, понятен, как бы такой размен, э, а как это сказать, трейдов инженерный. Да, в инженерии ты никогда не можешь добиться всего и сразу. Ты всегда получаешь что-то хорошо за счет того, что другое похуже. Ну вот, что в Java похуже. Java долго запрягает, быстро едет. Когда мы запускаем приложение, оно сначала начинает интерпретироваться, потом джитоваться, и потом только когда оно разогрелось, мы выходим на максимальный перформанс. Но существует огромное количество приложений, где важен максимально быстрый старт. Вот. И вот здесь вот этот стандартный подход, он не очень годится. Либо надо делать аут-компиляцию для Java, такая штука тоже есть, либо там Использовать специальные фишечки фреймворки. В общем, это какое-то не дефолтное поведение для Java. Хотя Java тоже может в быстрый старт. Но традиционно считается, что если быстрый старт, то это уже где-то в сторону Java скрипта все-таки, а не Java. Но скорость а, на как бы э, большом расстоянии JIT показывает лучше. Garbage collection. Значит, чем хорош garbage collection с позиции разработчика? Меньше ошибок. Опять же, Гослинг да, хотел, чтобы. Как можно, больше, как можно меньше вернее, ошибок просачивалось в runtime, и Garbage Collection для этого очень много делает. Потому что в ситуации, когда мы вручную управляем памятью, очень часто мы объект задестроили, а ссылку на него где-то сохранили. Потом идем по этой ссылке, получаем а, не, а, а, значит, ссылку на разрушенный объект. Это очень частая ошибка, например, в языке типа Object Pascal где надо вручную высвобождать объекты, и очень часто ты получаешь в рантайме ошибку, что ты ссылаешься на объект, который уже разрушен. В Java такое невозможно, потому что если хоть одна ссылка есть, объект не будет разрушен. И кода меньше. А вторая ошибка, которую часто запускают программисты, они забывают разрушать объекты. И тогда происходит то, что называется утечка памяти. Вы все больше и больше отжираете оперативки из кучи под ваши объекты. Они где-то там сохраняются, и память у вас, программа вылетает по нехватке памяти. В Java утечку памяти сделать можно, но гораздо сложнее, чем в языке с ручным управлением памяти. У всего есть недостатки. Garbage Collector это сервис, который выполняется в виртуальной машине, который потребляет ЦПУ, который потребляет ресурсы сам по себе. И мы, вообще говоря, никак не управляем им. Он там идет себе, что-то собирает свой мусор, собирает, собирает, но при этом ресурс-то он отъедает. И как бы важная особенность любого garbage-коллектора заключается в том, что в любом garbage-коллекторе есть так называемый STV – Stop the World Pause. То есть, когда программа чуть-чуть замораживается и потом продолжает свою работу. Ни один гарбач-коллектор не может обойтись без STV-пауз. То есть есть разные типы гарбач-коллекторов. У меня на следующем слайде есть они. Что-то переключается контекст, у меня плоховато. Значит, ä... <к раньше> ладно, потом расскажу. Значит, STV-пауза – это когда ваша программа замерзла, а потом продолжилась. Значит, когда вы продолжаете пишете на Java, вообще на любом языке программирования. Но сейчас-то, как бы, когда вы только начинающие разработчики, вас этот вопрос не колышет, но вы можете впасть в такую иллюзию, что ваша программа выполняется все время. Пока вот она выполняется. Вы написали код, и вот он выполняется. Но на самом деле в тяжелом продакшене очень важно помнить, что на какое-то время он замораживается и не выполняется. И может выполняться, продолжить выполнение через вообще неопределенное время. Об этом нужно помнить. Есть специальные garbage коллекторы с маленькими СТВ-паузами, есть с большими. Мы еще поговорим о том, когда, когда чего нужно. Как может быть вообще Garbage Collection устроен, в принципе? Языков с Garbage Collection много. Один из принципов, по которым некоторые языки делают garbage коллекторы, это reference-counting. Ну, то есть, есть объект. Когда на него есть ссылка, появляется, мы просто инкрементируем счетчик в этом объекте. И когда он падает до нуля, то ясно, что уже на этот объект никто не ссылается, и объект можно выкидывать. Но у такого подхода есть серьезный недостаток. Мы можем собрать объекты в такой кружочек, в цепочечку, когда один друг на друга смотрит. Ну или А смотрит на Б, Б смотрит на А. И они никогда не закалептятся, потому что на них есть ссылки. А вот на сам этот кружок сверху ссылки нет и устраиваем таким образом утечку памяти. А вторая история — это второй подход к построению garbage-коллекторов. Это тот подход, которого придерживается Java-машина — это mark-and-sweep. То есть мы сначала помечаем те объекты, ну, исследуем нет, ту область памяти, на которую есть ссылки, и вот те объекты, на которых ссылок нет, мы потом выметаем и высвобождаем память. Вот Java коллектор JVM-Garbage коллектор, они работают по принципу Mark and Sweep. То есть, даже если мы сделали колечко такое, то оно в конце концов высвободится. И важная история, которая она работает, это гипотеза поколений. Значит, что это значит? Ну, на чем она основана? Если попытаться построить вот кистограмму распределения времени жизни mm -hmm. объектов, то оказывается, что большинство объектов, оно либо рано на него теряются ссылки, но мы создали какой-то там промежуточный объект, промежуточный стринг, там, не знаю, какой-то промежуточный лист, чем-то попользовались функцией, вы из функции вышли, и все, этот объект нам больше не нужен. Но мы с нам нужны будет много других похожих, потому что мы часто их будем создавать. И абсолютное большинство объектов, оно очень часто там в первые же миллисекунды своего существования выбрасывается. Но если объект уже задержался больше, чем какое-то время, то, скорее всего, он и нужен в дальнейшем для программы, и он не будет выбрасываться. И это позволяет усовершенствовать Mark and Sweep коллекторы таким образом, что только что созданные объекты, как бы Young Generation так называемые, они постоянно проверяются и постоянно выкидываются, но те объекты, которые были созданы давно, old generation, они помещаются там, ну, либо маркируются, либо помещаются в область памяти соответствующие, где сборка мусора происходит не так часто. В результате вы понимаете, что сборщик мусора экономит кучу времени, потому что обходить всю память это было бы очень долго, особенно если в нынешних ситуациях, когда огромная просто оперативная память. Uh, экономит кучу времени, но при этом он работает. Когда становится все худо, он uh, подходит и смотрит, а можно ли Old Generation также посвипать. По Двигаем дальше. Значит, в языке Java, вернее, в Java-платформе существует несколько разных типов карбач-коллекторов. Uh, ну, сейчас я смотрю, времени не так много, я даже не буду перечислять. Я вот покажу вот такую вот картинку с качельками Опять же, когда вы будете заниматься разработкой, вообще инженерии, ну, я думаю, что вы уже как бы на физтехе не в первый раз столкнулись с тем, что есть такие вещи, как трейд -оффы. Как принцип неопределенности значит, в квантовой механике, да, вы можете либо позицию частицы, либо скорость частицы, либо и то, и другое, но в пределах какой-то погрешности, но никогда не можете хорошо измерить то и другое. Или в фотографии да, у вас будет либо там не знаю, широкая диафрагма будет много света получать, но низкая глубина резкости, либо у вас будет узкая диафрагма, большая глубина резкости там, и мало, мало света будет проходить, нужна большая экспозиция. Вот. Такие же трейд они вообще характерны для инженерии всегда и везде, и там один из них это latency versus throughput. Значит, что такое latency и что такое throughput? Latency — это время отклика, а throughput — это пропускная способность. Значит, опять же, это надо знать, и как бы с этим вы столкнетесь там, в первые же месяцы или годы жизни работы как инженера. Пример можно себе такое представить. Магазин Ашан — это магазин с высоким срупутом и длинной latency, потому что, чтобы поехать в Ашан, вам надо поехать на машине, запарковать, походить там, значит, купить что-то, отстоять в очереди, сесть в машину. То есть за пакетом кефира ехать в Ашан не имеет смысла, потому что поездка в Ашан – это поездка на 40 минут всегда. Магазин «Пятерочка» – это магазин с маленькой latency, но и маленьким трупутом. Потому что вы можете пойти в «Пятерочку» и уже вот через дорогу у меня там, через 5 минут у меня здесь будет кефир. Но если тысяча человек пойдет в пятерочку, пятерочка сдохнет. Вы выстроитесь в огромную очередь, и, значит, как бы система перестанет работать. Так вот, часто, значит, системы с высоким throughput они имеют плохой latency. Если throughput нам важен, то приходится одним чем-то жертвовать. Соответственно, если мы говорим про garbage коллекторы то это выбор между чем? между длиной паузы и э, трупотом количеством объектов, которые вы можете подчистить в единицу времени. Пожалуй, это адванс это такая тема, над которой э, я предлагаю подумать там, факультативно после этой лекции. Э, там, возможно, мы вернемся к этому чуть-чуть попозже, но я сейчас просто обозначил э, какие-то основные понятия основные э, термины и основные грабли и ограничения как бы которыми приходится иметь дело когда вы имеете дело с java машиной э, многопоточность что можно сказать про многопоточность э, она действительно существует в языке самой первой версии. И э, она, более того, ее поддержка постоянно развивается. То есть очень много чего было сделано в пятой версии. И вот эта вот книга, которую я показывал, книга с поездами, вот эта вот, она как раз на, написана после пятой версии. Но э, значит, небольшие изменения были в седьмой и восьмой версии, но сейчас э, грядет э, в будущей Java, наверное, в Java, в которой вы будете работать уже как профессионалы, грядет э, Project Loom. Где поменяется немножко модель, будут 3D, а будут файберы. Это вот как раз когда в пределах одного треда, когда он завершает одну задачу и ожидает чего-то другого, тред можно переключить на выполнение какой-то другой задачи. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы, процессора и операционной системы, и иметь там десятки тысяч файберов без того, чтобы положить операционку вашу, потому что сейчас, когда много тредов, возникает проблема. И э, это ответ на, опять же, современную какую-то э, конкуренцию со стороны других языков, например, там очень модный э, Node.js, да, это бэкенд для JavaScript, он говорит, мы очень довольно перформансные, но Thread у нас только один. Он просто постоянно переключается между разными задачами. Вот идеально, когда тредов столько, сколько ядер в микропроцессоре, значит сами они переключались бы между задачами. Вот это вот грядет. это так называемый Project Loom. это то, что будет в будущей Java, но то, что пока нет, чего пока нет, но то, что многие ожидают. Memory Model. Ну, я немножко уже сказал, что это такое. Когда у нас имеется много параллельных вычислений, и мы разделяем одну переменную между ними, то нам надо иметь ответ на вопрос: а что мы прочитаем из этой переменной? Вот посмотрите на код сейчас на экране, он простенький. У нас имеется некий класс, в нем есть переменная, вот, которая ну, у нас, скажем, есть процесс, да, мы засыпаем в бесконечном цикле, вернее, не в бесконечном, а в цикле while не asleep, пока не заснули, мы считаем овец. И этот, вот этот метод предполагается, что он происходит в одном потоке выполнения. А вот этот вот метод, он дергается из параллельного потока выполнения. Приходит какое-то событие, параллельный поток выполнения дергает метод и выставляет вот эту вот переменную в true, допустим. Получается, что вот эта boolean переменная она разделена между двумя потоками. И возникает вопрос, а как бы а сработает ли такой код? Ну, один поток читает переменную, а другой пишет ее. То есть кажется, почему бы не сработать, но на самом деле, если мы поглубже <coughs> окунемся в архитектуру систем, которые есть современных, там есть такая история, как процессорный кэш. И, соответственно, обращение к памяти, оно может кэш э, как бы одного потока может не быть кэшем другого потока. И, соответственно, то, что там проц, э, сделал поток с переменной, записал там, это сбросилось в его кэш, а другой поток не видит этого, и, соответственно, мы можем так никогда и не уснуть. Или уснуть, ну без гарантии, но позже. Вот. Чтобы этого не происходило, и чтобы у нас появились какие-то гарантии, что второй поток увидит изменения этой переменной, у нас есть ключевое слово volatile, которое дает некие гарантии. И эти гарантии, они определяются как раз Java Memory моделью. Это то, о чем мы будем говорить несколько лекций спустя, когда мы в подробностях прямо изучать вот это вот все, когда будем говорить про параллельное программирование. Загрузка и исполнение кода в runtime Тоже важная штука для VM, для виртуальной машины. Значит, без пересборки, без линковки вы можете подкладывать там джарники или подкладывать класс файлы. И это все будет работать. И это очень интересно, потому что это прямо как бы не похоже на то, как работает C, которому надо программу собрать прямо вот на системе, зачастую, чтобы она работала с внешними библиотеками. Не все, заложенное в, в принципы Java языка, оказалось как бы успешной идеей в конце концов концов, там, один из принципов, который хотели сделать, это сериализация. Что такое сериализация? Это возможность взять любой объект, вот любую модель там, вещей, которые мы сделали, сохранить в файл или там, ну, сохранить в поток байтов, который потом можно либо файл сохранить, потом прочитать, либо по сети переслать и принять на другом, и там развернуть в такие же объекты. И действительно эта штука встроена в платформу, встроена в язык, то есть есть встроенная сериализация в Java, и она поддерживается до сих пор, но а, ей не пользуются сейчас. А, идея призвана неуспешной, почему? Потому что большие-большие проблемы с security а, возникают здесь, большие трудности как бы сделать это для всех а, случаев удобно. Они, конечно, здорово попытались. Но, как бы есть и такие фичи, которые как бы, в платформе есть, но пользоваться ими не надо. Рефлексия, ну, я уже раньше объяснил, что это такое. Да? В рантайме, в процессе выполнения, мы всегда можем понять, какие у нас классы, поля, методы, мы можем дернуть какие-то вещи. Это позволяет нам делать чудесные штуки, реализовывать паттерн прокси и реализовывать аспектно-ориентированное программирование, о чем. Я поговорю в самом конце нашего курса. У нас там мы про рефлексию поговорим. Ну и вообще делает Java таким динамическим языком, ничем не уступающим, там, динамичности другим динамическим языкам, без статической типизации. И стандартная библиотека. Это вот слайд этого самого дядьки к Хорстмана, который вот эту вот книгу написал Core Java. Вот. Он, значит, эту таблицу с каждым изданием своей книги обновляет. Вот этот слайд с его летней презентацией, то есть она еще ни в какой книге нет, там есть тут про 15 Java. Посмотрите, сколько классов в стандартной библиотеке. Посмотрите, что до, до 10 й версии количество классов росло, потому что Java соблюдает как бы обратную совместимость, и мы считаем, что как бы если программа написана на более старой версии Java, на новой версии Java, она должна работать. Это действительно так. Но э, относительно стандартной библиотеки, в принципе, э, сейчас с э, существованием пакетных менеджеров, когда вы очень легко можете подключить вешнюю библиотеку в ваш проект, и вы это прямо сразу увидите, не так уже зависимость от стандартной библиотеки важна, поэтому стали ее чистить. И вот мы видим, что начиная с 11 версии, кое-что из библиотеки выкидывается, но это не страшно, потому что это можно подключить всегда как внешнюю зависимость сейчас. А вообще она развивается и улучшается постоянно. И какие-то вещи деприкетятся, которые оказались там плохо реализованы, на смену приходят новые. Мы об этом поговорим еще. Ой-ой-ой, как поговорим. А, а значит, что в ней есть? Структуры данных, математика, все это довольно хорошо, все это обновляется, все это здорово, всем этим можно пользоваться. Есть вещи, которые зависимы от системы, это интерфейс системы, и все, что про дату и время, про файловую систему, про сеть, про пользовательский интерфейс. Частично об этом мы тоже будем говорить. Все это стандартная библиотека предоставляет. А обратная совместимость. Любой, сколь угодно давно скомпилированный джарник, но ну это вот как раз элемент Java, ну, как байт-код, который запакован в один файл, он может быть запущен на любой современный JVM. И это, с одной стороны, это можно рассматривать как дар, с другой стороны, как проклятие. Чем это хорошо? У нас есть Maven Central, крупные, ну там JCenter, такие крупные, имутабельные, персистентные хранилища библиотек. Если ты сделал какую-то библиотеку, которую ты хочешь, чтобы другие пользовались, и которую ты сам хочешь пользоваться, ты берешь, пушишь ее на Maven Central, и она там застревает вот в неизменном виде навсегда кто-то, кто пользуется твоей библиотекой, по номеру версии там, этой библиотеки себе может затащить ее в проект спустя многие годы после того, как ты эту библиотеку сделал. Или там использовать ее. И она будет работать. Не надо перекомпилировать, потому что скачивается с Maven Central джарник с уже скомпилированным байткодом. Новая машина, она может быть имеет новые байткодные инструкции, но старая она выполняет так же хорошо, как и старая машина. А uh, значит, сейчас я покажу эту картинку. То есть с одной стороны это дар, потому что это очень сильно, как это способствует очень сильному развитию инфраструктуры, э экосистемы. С другой стороны это проклятие, потому что у нас э -э, язык развивается медленно, потому что мы должны поддерживать обратную совместимость. Вот э, есть такая картинка, которая троллит э, Java-разработчиков, но она устаревшая на самом деле, но тоже полезно знать. Э, вот, э, она потеряла актуальность на самом деле, во многом, потому что уже много, много чего изменилось. Но тем не менее доля правды есть. Э, Java э, как бы воспринимается многими сейчас как такой интерпрайзный, тяжеловесный язык, в который там мало новых фич вводится. Но для как бы разработчики языка тоже это все осознают и сейчас принимаются огромные усилия для того, чтобы ускорить его развитие. Там, с восьмой версии начиная получается огромное количество фич, сейчас у нас уже пять минут остается. Поэтому сейчас я не буду вдаваться как бы, в подробности. появляется огромное количество новых фич в языке, особенно вот с этим шестимесячным релиз циклом они прям вот как из рога изобилия полились, но даются они с трудом. Есть некий набор проектов. Вот сейчас, когда вы будете там слушать что-то про Java, какие-то новости читать, вы будете видеть вот эти вот кодовые слова Project Ember, Project Loom, Valhalla и, и так далее, другие. Это проекты по развитию языка в какие-то определенные направления. Например, Ember — это всякие штуки типа switch expressions, uh, type inference, uh, значит, pattern matching, вещи, которые связаны с улучшением синтаксиса. Loom — это про многопоточность, про файберы я чуть-чуть сказал. Valhalla — это value types, но окей, наверное, про это я буду говорить чуть попозже, когда буду говорить про уже про объекты в Java и куча других. Все это дается тяжело. Вот здесь вот с двумя звездочками значит, ссылки. Это конференционные доклады разных инженеров, которые руку к этому прикладывают. Если их послушать, можно увидеть, через какую боль как бы проходит. Нельзя просто взять и пришпилить к языку с 25-летней истории новую фичу, не поломав что-то что более раннее. И поэтому приходится выдумывать просто восхитительные вещи. Вот. Но следить, смотреть — это очень интересно. Значит, релизный цикл вот он сейчас такой, то есть у нас имеется 11-я версия, которая будет поддерживаться Oracle еще какое-то время, и 17 версия, которая еще не вышла, которая выйдет в следующем году, это будет следующий LTS релиз. Соответственно, мы сейчас сидим на 11-ке и используем 11-ку, и лекции наши ведем по 11-й версии. Вот. Java — это не только... Язык, но и платформа. Сейчас я его открою. Здесь вот восхитительная такая картинка. Ее можно найти в интернете и поизучать. Значит, если помните, я говорил про островные всякие и морские тематики. Тут вот есть вот погибшие корабли, корабли, которые плавают и так далее. Здесь на самом деле нарисованы технологии вокруг GVM и языки, которые существуют вокруг GVM. На платформе JVM э, есть огромное количество языков прекрасных, Java не ограничивающиеся, которые компилируются в байткод. Если посмотреть вот в Википедии, это порядка 20-30 языков, есть как специально созданные под JVM. Это троица: Groovy, Scala, Kotlin. Вот э, как бы изучаем Java, но рядом всегда где-то есть Groovy, Scala и Kotlin. Это отдельные языки, которые специально были созданы под JVM. Каждый из них по-своему интересен. Каждый из них стоит тоже посмотреть на него, поизучать и так далее. Есть языки, которые являются реимплементацией, реимплементацией других языков под Java-платформу. Особо следует, наверное, выделить jRuby, который является вроде как бы реимплементацией языка Ruby на Java-платформу по отношению к CRuby, но он оказался настолько хорош что руби сообщество, оно, ну как бы оно нравится наполовину C-Ruby, наполовину J-Ruby. И очень многие используют именно J-Ruby, потому что он более перформансный, благодаря всем тем возможностям Java-машины, про которые я рассказывал. Он более перформансный, чем C-Ruby, оказывается. Вот, это очень интересно. Так, ну что еще? помимо Java. Все-таки Hello World я сегодня показать не успею, как и в прошлом году. Я покажу в начале следующей лекции, но вам также на семинарах покажут. Что надо будет изучить помимо языка, без чего как бы Java невозможно? Есть библиотеки и фреймворки, про некоторые сейчас я скоренько расскажу. Среды разработки, системы сборки и системы CI, непрерывной сборки. Значит, из фреймворков, которые там Будут на семинарах и которые как бы придется понять помимо Core языка. Значит, юнит это старейшая вообще штука для написания модульных тестов. Вот. А, напишите, кстати, мне плюс-минус а, про ти... кто знаком с понятием модульных тестов вообще вот из вас сейчас будучи, на на текущий момент. У меня тоже надо понять, а, как бы насколько. Ага. Спасибо. Вот. И JUnit, там она была одна из пионерских в этом вещи. Она развивается, сейчас есть JUnit 5, есть и другие, но мы будем на JUnit. Значит, другая штука, которую мы будем изучать ближе к концу, ближе к концу, это Spring. Это крупнейший такой фреймворк Java, Dependency Inversion Framework. Не обязательно Spring вам понадобится в работе, но наверное, процентов 80 Java бэкендеров так или иначе Spring используют. И, наверное, без разговора про Spring никак не получится говорить про Java сейчас. Среды разработки. Это вот троица сред разработки. две из них, вот эти вот бесплатные, open source, и вот это платная, но для студентов она бесплатная, то есть вы можете зарегистрироваться на вашем, под вашим Ящиком почтовым, который связан там с Миптру или физтех еду, у вас они есть, там не знаю, приложить студенческий билет и получить э, бесплатную версию идеи. А почему я рекомендую сделать это? Потому что, ну, на мой взгляд, это наиболее продуктивно. Конечно, это холиварная тема, есть любители разных. Э, и, в принципе, если вам что-то нравится, я ни в коем случае как бы не настаиваю. На мой взгляд, наиболее продуктивная именно идея сейчас наиболее распространена идея сейчас. И я буду показывать код в идее как я буду писать. Вот. Я рекомендую вам получить бесплатную вашу студенческую версию, установить и начать ей пользоваться. Сред сборки две сейчас конкурирующие: более старая мавин и мы будем про нее рассказывать, и там более современная, но менее распространенная это Gradle. Сейчас уже ну, в общем, совсем нет времени, там последняя минута, поэтому уже в другой раз про то, с чем они различаются. Uh, Continuous Integration система, тоже пионерская, написанная на Java Jenkins, их много, там GitLab, CI и так далее, но просто сам факт, мы изучаем Java, и там одна из пионерских и наиболее распространенных систем Jenkins, она написана на Java. И есть такая вещь, в последнюю минуту значит, лекции хотел бы сказать про Java Community. То есть Java — это не только платформа, но и комьюнити, которая существует и специалистов, которые постоянно делятся своим опытом и поддерживают там, новичков, приходящих туда. Во-первых, есть Java User группы В Москве, в Питере и в Новосибирске они действуют. Они собираются где-то раз в месяц, и там приходят просто... Это бесплатные сборище, более того, для студентов, наверное, важно. Там вот в Москве пирожки раздают, значит, и, и чай, значит, на базе КРОКа. Туда приходят инженеры просто с какими-то докладами, и они рассказывают. И я рекомендую туда ходить. Правда, сейчас мы имеем то, что имеем. Московский жук не проводился в этом году ни разу. Но я думаю, что как только ситуация поправится, он снова будет проходить. Приходите туда, если вы живете в Москве и занимаетесь джавой, вам на, на московский джук. Вот. Другие проводятся виртуальные встречи. Сейчас можно посмотреть Новосибирский джук иногда проводит в ютубе. Это полезно просто для расширения кругозора и для обретения знакомств вообще в, в мире, ну как бы ваших коллег. Есть профессиональные конференции, но это уже дорогая история. То есть там довольно дорого стоят билеты. Вот, но ходить туда, пожалуй, что стоит в России, две крупных таких. Но это на самом деле один организатор, конференция одна. Просто Джокер — это то, что проходит в Питере, а J-Point в Москве. Они собирают по 2000 человек. Там топовые докладчики. Вот сам Гослинг как бы летом приходил. Сейчас они проходят в онлайне, в норме они проходят в оффлайне. Вот. когда закончится все это тоже приходите туда вот на этом пожалуй все время мое вышло спасибо за внимание если есть какие- то вопросы я готов здесь посидеть какое-то время на них поотвечать задавайте также вопросы в телеграме вот запись велась выкладываться она будет на youtube и все через телеграм-канал я буду рассказывать спасибо за внимание. Вот. Если есть какие-то вопросы, чтобы обсудить голосом, самое время задать их сейчас. Если нет, ну тогда я покидаю встречу. Вопросы можно задать в Телеграме. Так, интересно, что записалось. Так, стоп, шаря. Я покидаю митинг. Тогда... Общение в Телеграме. Всем пока.